Так, Юпитер. 25 июля 2020 года в Харькове. 20:48 по Киеву. Ну, по-моему, я вижу полосу. Ну, да, в окуляре так точно вижу. Поднимается над горизонтом Юпитер. Перебор. Да. Мутненькая, плотная атмосфера земная. Грязная. Да еще и рядом с городом. Ладно, подождем, пока Сатурн, это настройки с низкой светочувствительностью, полосы посмотрели. Сейчас посмотрим красавицу Луну, а потом в обычном режиме снимем, дабы посозерцать я стоящую того окрестности. Ну, у нас наоборот уже опускается за горизонт. Ветер маленько нам портит всю ситуацию. Штатив немножко колеблется. Да. У нас луна прыгает по кадру. Мячик для пинг-понга. О, перебор. Сейчас найдем резкость. Где-то здесь было. Все, отошел. Так. Сатурн пока не видно. 20:52 по Киеву, 25 июля 2020 год, Харьков. Ладушки. Снимаем 6-3 дубль на других настройках. Там, глядишь, Сатурн вылезет. А сейчас спутники поснимаем.